Продукты компании SyncroArts пользуются заслуженным признанием среди аудиопрофессионалов по всему миру. Действительно, Vocaline Project любят за простоту в использовании, а Revoice Pro за широчайшие возможности в настройке процесса выравнивания аудиозаписей как по времени, так и по высоте тона. Но всегда существовала какая-то лакуна между этими двумя программами, которую Vocaline Pro так и не смог заполнить. Но британцы подумали и нашли решение, которое прокладывает надежный мост между Vocaline Project и Revoice Pro. В нашем распоряжении теперь новая программа Vocaline Ultra, которая обеспечивает процесс выравнивания аудиозаписей как по времени, так и по высоте тона, но без лишних заморочек, как мы привыкли при использовании Vocaline Project. Так ли хорош этот продукт на самом деле? Давайте разбираться! Для начала послушаем программный аудиоматериал. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy. And now we're setting lights apart. You got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. С помощью Vocaline Ultra мы выровняем даблы и бэки под основной голос, чтобы звучание вокальной пачки было более цельным, более однородным и не таким расхлябанным. Давайте выделим все аудиоклипы, зайдем в меню Audio, Extensions и выберем Vocaline Ultra из списка. Среди Cubase Vocaline Ultra работает по протоколу ARRAY 2.0 и достаточно глубоко интегрируется в программу. Давайте посмотрим на меню пресетов. Здесь, в отличие от Vocaline Project и Revoice Pro, мы видим очень много различных вариантов, которые покрывают все основные задачи, с которыми мы можем столкнуться при использовании Vocaline Ultra. Это достаточно полезное нововведение, особенно для новых пользователей. Я выберу пресет Vocal Harmony Slightly Loose Timing, поскольку хочу выравнивать аудиозаписи только по времени. Но вы можете заметить, что Vocaline Ultra, в отличие от Vocaline Project, позволяет выравнивать аудиозаписи и по питчу, как, собственно, Revoice Pro. И в этом смысле Vocaline Ultra в линейке продуктов SyncroArts занимает промежуточное положение между, соответственно, Vocaline Project и Revoice Pro. В этом смысле он подойдет тем пользователям, которым функционал Vocaline Project кажется недостаточным, а Revoice Pro уже избыточным. Но давайте посмотрим, как происходит процесс выравнивания. Для начала нам нужно выбрать Guide Track или ведущую дорожку и потом добавить Dub Track'и или те дорожки, которые будут выравниваться. Им, собственно, на треке Output мы увидим результат обработки. В качестве ведущей дорожки выберем Lead Vocal. Вот он был загружен. Теперь выбираем вот эти все дорожки и нажимаем Capture Dub. Обработка происходит автоматически. И теперь мы видим результат выравнивания. Мы можем переключиться в традиционное для Vocaline Project отображение, когда мы видим энергию. Можем переключиться на отображение питча. Это меню будет полезно, когда мы будем использовать функцию Match Pitch. Ну и можем переключиться на отображение по умолчанию. Вот этот график мне кажется наиболее показательным. Давайте послушаем, что у нас получилось. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy. And now we're setting lights apart. You got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. Прекрасно. Теперь звучание вокальной пачки кажется более слитным и намного более приятным на слух. Продолжим. Сейчас мы находимся в режиме отображения Basic, который для всех основных функций показывает только одиночные регуляторы.
Изменив значение параметра MaxDifference, мы можем сделать выравнивание либо менее точным, либо более точным. Просто повернув ручку в одну или в другую сторону. То же самое мы можем сделать и для питча, и для регулятора изменения форманты. Но вот в режиме Advanced у нас появляются дополнительные параметры. Как и в Vocaline Project и в Revoice Pro, мы можем выбрать другой алгоритм выравнивания, либо более щадящий, как я выбрал сейчас, либо более агрессивный, High Flexibility, или выбрать любой другой вариант из списка. Кроме того, мы можем задать параметры для Max Shift. Эта функция пригодится нам, если мы будем использовать какой-нибудь пресет, в котором присутствуют вот эти обозначения Dub with Gaps или любые другие Gaps, то есть заданные какие-то промежутки или пропуски в обработке. Переключатель High Resolution Editing пригодится с очень сложными голосами, которые требуют супер тонкой настройки при определении функции выравнивания. По сути, это передискретизация до 384 кГц наших аудиосигналов, и в целом для большинства задач включать ее не нужно. Как и Revoice Pro, Vocaline Ultra можно использовать не только для обработки голосов, но и для выравнивания монофонических записей различных музыкальных инструментов. Он прекрасно показывает себя, например, с флейтой или с бас-гитарой, и подходит для их выравнивания как по времени, так и по высоте тона. Теперь рассмотрим еще один сценарий, при котором мы хотим выровнять дорожки не только по времени, но и по высоте тона. В качестве примера используем дорожку лидирующего голоса и высокий дабл. Послушаем их. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy. And now we set the lights apart. You got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. Сейчас нам понадобится другой стартовый пресет. Vocal, Double, Slightly Loose, Timing and Pitch. Выбираем дорожку Guide. Теперь дорожку Dub. И подождем, пока закончится обработка. Обработка была завершена. Вы видите, что теперь включены и функции Match Timing, и функции Match Pitch. То есть, опять же, мы выравниваем аудиозапись не только по времени, но и по высоте тона. Давайте послушаем. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy. And now we set the lights apart. You got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. Я слышу некоторые звуковые артефакты, и сейчас попробую переключить алгоритм. Mode 2 больше подходит для голосов с развитым вибрато. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy, and now we set the lights apart. You... Однозначно, в этом случае он подходит не лучшим образом. Вернемся к режиму 1. И сейчас попробуем изменить значение параметров Max Difference и Pitch Target. Pitch Target позволит сделать обработку менее интенсивной. То есть таким образом дорожка Dub будет меньше похожа на гайд. А Max Difference позволит сделать обработку чуть более мягкой. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy. And now we set the lights apart. You... Отлично, но все-таки я слышу некоторые артефакты вот в этом месте. Послушаем в соло. Oh, big boy, you really... Действительно, мы слышали звуковой артефакт. Его мы исправим с помощью функции, которую я постоянно использую в Revoice Pro, но теперь она доступна и в Vocaline, в версии Ultra. Это функция Protected Regions. Мы добавим на окончание вот этой фразы «защищенный регион». Нажимаем здесь.
и регион создается автоматически. Выберем Protect Pitch, поскольку я хочу поставить защиту только на высоту тона. Чтобы визуально определить потенциальные проблемы выравнивания аудиозаписи по высоте тона, мы можем воспользоваться отдельным режимом отображения, который показывает пути питча как для дорожки Guide, так и для дорожки Dub. Вот вы видите здесь потенциальную проблему, которую мы только что исправили с помощью Protected Region. Также мы можем обнаружить и другие потенциальные неприятности. Например, здесь. Но чаще всего какие-то корректировки и дополнительные Protected Region я устанавливаю на слух, а не исходя из визуального отображения, которое мы видим на вот этом графике. Послушаем. Прекрасно. Вот в этом месте я услышал тоже артефакты. Добавим Protected Region здесь. Но опять же, выбираем Protect Pitch. Прекрасно. Еще один Protected Region здесь. Можем добавить защиту и здесь. Прекрасно. Теперь послушаем вместе с лидирующим голосом. Oh, big boy, you really went and broke my heart. I'm no toy, and now we set our lights apart. You got some growing up to do, had a lucky escape from you. Oh, big boy. Обратите внимание на то, что здесь я не переключился на Protect Pitch, и по вот этим иконкам я смог быстро определить, что все-таки есть проблема с обработкой. Мы ее не слышим, но я не хочу оставлять тайминги невыровненными. Я хочу только защитить выравнивание питча. Поэтому переключим дополнительно. Вы видите, что визуализация некоторых аспектов работы программы позволяет быстрее исправить какие-то неточности или ошибки в обработке. Это очень удобно. Супер! Вы видите, что с помощью функций Match Timing и Match Pitch, использованных одновременно, мы смогли выровнять дорожку высокого дабла и по времени, и по высоте тона. В качестве целевых режимов мы можем выбрать несколько различных вариантов, точно так же, как и в Revoice Pro. Но для большинства задач Nearest Octave будет более чем приемлемой. Также с помощью функции Transpose мы можем несколько понизить или повысить высоту тона обрабатываемых аудиозаписей. Давайте послушаем, как это работает. And now I set our lights apart. You got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. Эту функцию можно использовать для креативной обработки голоса и создания спецэффектов. Мы можем совместить функцию Transpose с функцией Formant Shift, которая позволит понизить или повысить форманту голоса. Oh,
You really went and broke my heart, I'm no toy. And now I satellite support. You got some growing up to do. And a lucky escape from you. Oh, baby, you got a tiny, tiny heart. Конечно, это экстремальные настройки параметров, но вы видите, что мы можем послушать, как будет звучать та или иная настройка, не выключая воспроизведение, что очень удобно и однозначно пригодится в работе. В отличие от Revoice Pro, Vocaline Ultra не позволяет вручную подстроить высоту тона обрабатываемых аудиозаписей. В этом смысле программа лучше подойдет для общего выравнивания высоты тона гармоний, даблов или бэков под основной голос. Но если нужно скорректировать отдельные ноты, слова или фразы, тогда лучше воспользоваться Revoice Pro. Эта программа подходит для подобных задач наилучшим образом. И давайте рассмотрим еще один сценарий обработки, при котором в нашем распоряжении не одинаковые дорожки лидирующего голоса и даблов. Oh, big boy, you really went and broke my heart, I'm no toy. And now we satellites apart, you... Мы видим, что вот в этом месте, в дорожке дабла, пропущен целый сегмент аудиозаписи. И в процессе выравнивания это может стать серьезной проблемой. Давайте проверим. Выберем дорожку Guide, дорожку Dub и послушаем теперь. Oh, big boy. You really went and broke my heart, I'm no toy. And now we set a light to fire, you got some growing up to do. Действительно, что-то не так. Чтобы исправить эту проблему, мы используем еще одну важную функцию Vocaline, которая называется Sync Points, или точки синхронизации. Но если Protected Regions мы устанавливали на линии DAB, то Sync Points мы будем устанавливать на линии Guide. Вот в этом месте, мне кажется, точки синхронизации будут смотреться отлично. Добавляем. И видим, как обработка исправилась. Немножко поправим их. Цвет вот этих полукругов соответствует дорожке Guide и Dub. Проверим теперь. И послушаем. Oh, big boy, you really went and broke my heart, I'm no toy. And now we set our lights apart, you got some growing up to do. Отлично, но мы услышали артефакт вот в этом месте. Добавим еще одну точку синхронизации вот здесь. Но даже сейчас видно, что проблема не была исправлена. И еще одна точка синхронизации ее решает. Послушаем. Oh, big boy, you really went and broke my heart, I'm no toy. And now we set our lights apart, you got some growing up to do. Had a lucky escape from you. Oh, big boy, you got a tiny, tiny heart. Идеально. Что ж, друзья, как мне кажется, ребятам из SyncArts действительно удалось построить прочный мост между Vocaline Project и Revoice Pro. Vocaline Ultra позволяет выравнивать аудиозаписи как по времени, так и по высоте тона, и для этого не требуются какие-то сверхусилия или углубленное изучение документации и руководств пользователя. Действительно, программа получилась простой, удобной, красивой и приятной в использовании. А как обновка вам? Напишите свои мысли в комментариях. А пока большое спасибо за внимание. Скоро увидимся. Плывите к звуку.